раньше стоит. Почему мы стали проводить смешанные ринги? Потому что в нашей системе это принято. Американский ринг и европейский ринг. Это для того, чтобы люди могли без выезда закрыть более высокий титул. Это для того, чтобы люди увидели наглядно, что такое шоу. Чтобы не было скучно, чтобы было интересно. И очень полезно, когда люди сидят и слушают не только описание своей кошки, но и конкурентов. Тогда меньше тогда задаются вопросов. Здесь кошки в разведении. Мы тоже двигаемся в этом всем.